Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» поздравил юбиляров семейной жизни со Всероссийским днем семьи, любви и верности. Торжество прошло в Захарове рядом с памятником святым Петру и Февронии, который был открыт год назад. Поздравления от Андрея Иванова и епископа Одинцовского и Красногорского Фомы принимали пары с семейным стажем 50, 55 и 60 лет. В честь святых отслужили благодарственный молебен, а завершилась встреча чаепитием.